33. Так, ладно. Но Майнкрафт ушло на запись 11 часть и даже второй серии второго сезона MC76368 при ускоренной 5 часов ушло. Ну а к тому же давайте разберем. Кстати, если что. Также GTA 5. Также повторю миссию. Сотруднение на волоске от смерти. Победил. И у Симона, мне кажется, что хана будет Майку. И на волоске на бойне. На бойне, на пистолете. Иногда пользовался другими оружиями. Молотов, гранатомет, нож. Я в такие войны вместе использовал. Кстати, у нас вот он за нами. Он идет. Так, у нас на вылетах. Ну, короче. А чё у меня кот отстал? Он тут уже отстает уже. Кстати, тут были использованы по 11 части 4 карты. Первая от мода Terrapin to One. Если запомнить, не в районе, но начал где-то в районе границы Китая, возле если завод. Но затем мы переключаемся на первую дорогу нашу, затем на восьмую дорогу и третью трассу можно назвать. Блять, на восьмая дорога будет пресно. Лов тоников. И там, наверное, какая по счету, наверное, 10-я, да? Но это из XR Precision 957. Им там еще одна. Эта карта, по-моему, 5-я, это или 6-я с трассой.
Ой. Ой, извините. Если будь здоров, так, что тут? ЕТС-2 поставил мод на повышение зарплаты. Одну работу взял и дали мне 1 миллиард. Арташ. Но в первой работе с этим модом 49 ямов было. Зебра. При повышении навыки на максимум нам пришлось. Теперь у меня крузы в безумных расстояниях даются. Кстати, взял первый гараж в Петербурге и решил по-настоящему взять еще и гараж в Вильнюсе. Я столица Литвы. Ну как, в ЕТС-2 там пограничные переходы нормально, но надо пускать, похоже, там много виз. Но так как в Петербурге номер у меня то 619 был, то 132, там, наверное, по литовским номерам. Буквы я забыл. На грузовике приведенном номер К836МТ78. 836, да, 836, но, в принципе, вот так вот у меня тут. Кстати, миссии в геймплее мне пришлось спасать Жене еще. Правда, было неудачно, вследствие не случайно. Но утопил машину и в Жене утонул. В случае решился еще несколько провалов сделать. И решил телепортироваться. Ну и по идее следующая миссия должна быть крупное ограбление федерального хранилища. После миссии под названием Meltdown я что-то не туда прибрался, и еще тут какие-то байкеры надвигают. Бах, слышно. Это у меня все. Что там у меня вообще? Кстати, в оранжерее вообще. Так, не на 150 решать. Она. Все в КД рубится. Где у нас КД?
сервис, но... Тем более вот так вот у нас. Так, сейчас, аккуратненько, так. Вот какие-то мальчики у меня спросят. У меня есть такие тысячи кубков, но... Мне, конечно, это киллов Майнкрафт ПВП 11 серий. Так, есть... Вообще. Ой, все, ребята. Даже дрожжевики на берегу могут добраться до минимального уровня. Вот такой вот расклад. Но вообще что-то кто затягивает. И впрочем, ориентация в принципе неизвестна. По какому качеству? Просто загораживаю своими руками. А это у нас опять ход вернулся. Пошел, видимо. И это уже неспроста. Все. Так, он решается под мной. Сейчас. Он действительно спрятался. Плюс почти... Плюс видно, что там номера... Раз 666. Тут на туре номер 666. Мой кот спрятался под машиной с номером 666. Просто что-то неизвестно, что сказать.
Короче. Кстати, можно было сделать еще обзор с голосом, но там только запись через камеру. Просто мне не хватает мест, да, на телефоне. А быстрый способ опустранить место — это спрос до заводских. Тут школы. Мой кот уже что-то остановился. А тут все, вот у нас тут мой кот, но что можно сказать? Тут у нас опасная зона намечается. Еще тут эта машина по пути там. Кстати, у КК опять есть миссия Crystal Maze. Как дальше? Давайте заворачиваться, а то что-то засекут там. Что я что-то делаю не так? Где прицел? Так, держим прицел. Вот тут вот поняли, что они где-то есть. Так. Так, держим прицел. Так. У нас стоит так. Прицел. Ну что-то прицел. Эл. Притвориться камераменом. Нет. Убийство в 11:30. Окей. Ты никогда не пройдёшь к этапе. Нет. С модом на... Без прицела, как говорится. Давай его попробуем. КТАшник кто-то... Какой-то КТАшник проходил GTA 5 без прицела. Вот все видно. Меня тут засекли, конечно, банда бывших хейтеров, но ближних, бывших хейтеров, да. А у нас... Это вообще с прицелом я не рассчитал. Где же этот прицел? Да вообще в этом GTA 5 должен быть прицел. КС... О, украл у нас прицел в КСК. Thank you.
Так. Мне остается 12 минут свободной записи. Так, сектор чист. Ну все, всем удачи, всем пока.